Всем привет, ребята, с вами Бенгоуд, и сегодня мы продолжаем играть в такую ужасную по своей натуре игру, как Амнезия. Остановились мы с вами на том, что мы укрывались от гигантской разорванной пасти вот в этой кухне и случайно скормили этой кислоте дохлую свинью. Ну, не суть. Сейчас нам надо бежать, получается, далеко-далеко. Так, подожжем. Я дверь все-таки оставлю открытой. А, подлагивает, это страшно. Так, это я не туда зашел. Так, у меня уже сжалось очко до диаметра черной дыры. Мазафака. Так, давай, Данила. Данилка, беги, беги, Даниэлюша. Беги, просто беги, беги и не бойся. Прячься. Он в безопасности? Это для его же блага. Так. 3 августа. 1839 год. Блин, я испугался. Такое ощущение, что я сбежал от мирской суеты и забот. Бренненбург – древний замок на холме, который возвышается над лесом. Барон Александр – человек своеобразный, но приятный. Он в курсе того, что творится в мире, и совсем не похож на эксцентричного аристократишку. После захода солнца сказочный Бренненбург становится мрачным и зловещим. Странноватые слуги Александра вечно снуют поблизости. Так, вы сами все это прочитайте, что я уже успел прочитать. А я бы... Скоро все будет готово. Подождем. Тупое дерьмо! Ай, 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 ай! Он сбежал? Где он сейчас? Черт! Я обосрался. Я реально, мать его, чуть не наложил штаны. Что это было за говно? Так, это можно открыть. Ох ты, там что-то было. Черт возьми, блин, я... Мать вашу! Банка. Теперь нужно просто драпать. Драпай, драпай, драпай. Опа, обошел. Обошел. Идем, бежим на кухню. Бежим на кухню, бежим на кухню. Просто бежим на сраную кухню, бежим на кухню. Так, что я делаю, куда я бегу, бежим. Бежим на кухню, бежим, прыгай! Он меня догоняет! Беги на кухню! Беги на кухню! Беги! На сраную, мать его, кухню! Открывай! Так. Так, у меня есть банка хоть. Банка есть, все, драпаем на кухню. Так,
это не кухня. Фак. Фак, дзерщет, мазафака. Дерьмо тупое, блин. Мой бедный пукан. Он очень сильно сжался. Давай, беги. Говно сюда ломится, блин. Прости, что я молчу, просто это говно идет сюда. Фак. Фак. Ну почему это происходит со мной? Легкая головная боль. Сейчас я посмотрю, куда мне надо идти. Внимание, конечно, так это не то, это все отстой. Куда мне идти дальше? Ладно, я вернусь, передохну, все обдумаю и пойду. Мне надо поменять штаны. Все, ребята, я готов продолжить сраться, и поэтому я просто возьму и побегу. Я не знаю, куда я бегу, я просто побегу. Иду вот сюда. Невеста, отлично. Я слышу этот страшный звук. Так, Даниэлька, беги, 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 беги. А куда хоть бегу-то? Да нет, не знаю. На сайт просто беги. Тюремный блок номер 4. Так, куда хранилище, не туда. Это бесполезно. Отлично. Просто замечательно. Так. Я вернулся. Так, бежим теперь обратно. Посмотрим, что мы можем с этим сделать. А, все лагает. Страх. Так, здесь я был. Кажется, мне надо бежать вот сюда. Беги. Записка. Я нашел записку. Закрывайся. Отлично. 4 августа 1839 год. Я проснулся от кошмаров рано утром. И несколько мгновений пытался понять, где я. Вскоре в мою дверь постучали. Александр услышал мой крик и позвал меня спуститься к нему в гостиную. За чаем Александр рассказал мне все, что знал.
Судя по всему, сфера отбрасывает длинную черную тень. Сфера не просто могущественный артефакт, но и весьма опасный. Прикосновение к ней пробуждает ее силу, и если владелец слишком слаб, чтобы ее подчинить, тень пожрет его. Тень медленно следует за владельцем, убивая все. Я сказал, что мне нет дела до могущества сферы, и что я хочу избавиться от нее. Александр отговорил меня, ведь так я все равно останусь связан со сферой и в итоге погибну. А пока сфера у меня, я могу защититься, когда придет время. Я спросил Александра, что он имел в виду, когда писал, что может защитить меня. Он ответил, что можно кое-что сделать. Заходить в горящий дом. Надо было головой думать. Сраный флешбэк окончен. Ты хотя бы щедришь меня маслом. Так, я вернусь, у меня какие-то лаги, я исправлю неполадку и вернусь. Ребят, походу я это не снимал, блин, но я закончу эту серию, всем удачи, всем пока. Сейчас досмотрим как сцену. Так вы используете коллектор для перевозки? Все, ладно, да. Насрать. Всем удачи, всем пока, я обосрался.